Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. Сегодня-завтра не так далеко от нашего региона циклон будет проходить, поэтому дожди могут быть еще сегодня и завтра. Может быть, у вас в меньшей степени уже завтра. Температура воздуха пока невысокая. Ночная плюс 2,7, дневная где-то порядка 10-15 градусов. Но повышение вот ожидается где-то в пятницу 13-18, и выходные дни повыше 17-22-23.